Тихо, не пугай, Вань. Стой, подожди. Дорогая, вы возьмете. Стой, брысь. Да он брыкает. Вот он. Опять его схватываем. Он под одеялом, вон. Тихо. Давай его на пол, ложи его. Давай, всё, он прилег. Тихо. Да ты смотри, аккуратно. Вот он. Ну-ка снимай, когда сорванет он. Вот он, малыш. Тихо, хороший. Лежит. Теперь надо... Разматывают его. Держи. Что, тебе передать вторую? Убегай. Перелазь быстрее. Уходи, ты отойди, а то еще легнет тебя. Отпускай. Он опять лапой. Он лапой. Не надо. Укрой его, укрой. Не кричи. Тихо, мой хороший же. Может, вам куда-то туда еще умыть? Чтобы вот это... Лапы. Ты ему рога накрой, чтобы... Рога? Да. Дай его ножку. Да ты лапы ему вытащи так. Чтобы водить. А где ты залез? Вот здесь через бочку. Через бочку, на бочку и через крышу. А ты, Ванчо, куда? Вот он. Его освободили. Побежал с одеялом! Куда одеяло?